Несколько дней назад выходил видос, на котором я укрывался от пси-излучения в тайной комнате и на большой высоте. В комментариях к тому ролику написали, что спидранеры по старой стратегии выходили за границу карты и вроде как укрывались там от пси-излучения. Но мой опыт игры буквально кричит о том, что за границей карты мы все еще получаем урон от пси-излучения, и это пси-излучение ближе к переходу на Припять все еще может нас инстантно убить одним ударом. Сейчас на ваших глазах я попробую перейти на Припять с обратной стороны локации радар, и мы вместе посмотрим, что с этого получится. Надо же, какой интересный результат! Мгновенная смерть после того, как я вмазал аптечку и полностью восстановился.